Ребята, всем огромный привет! Сегодня я буду делать обзор посылок от интернет-магазина Banggood. Ссылочку на этот сайт ловите под описанием этого видео и также на все товары, которые будут в сегодняшнем видео. Кстати, я сейчас себя поймала на той мысли, что я давно не снимала дома видео. Всегда какие-то влоги, какие-то путешествия. А дома уже, наверное, месяц как не снимала, какие-то распаковки и так далее. Может быть, конечно, я ошибаюсь, но мне кажется, давно. Огромное спасибо хочу сказать этому интернет-магазину за эти милые товарчики, которые сейчас я и начну распаковывать. Давайте начнем вот с этого пакета. Здесь какая-то коробочка. Так, давайте сейчас вот это все уберу, чтобы было больше места. Это подводка для глаз. Давайте откроем, посмотрим поближе. У меня мама очень любит пользоваться подводкой для глаз. Очень красивая упаковка. Ой, кисточка. Прикольная такая баночка. В общем, вот такая вот подводка для глаз черного цвета. Мне очень понравилась такая баночка. В основном подводки для глаз в виде карандаша. Давайте проверим, какая она в действии. Глаза не буду красить, проверим на руке. Неплохо, очень мягенько ложится. И, в принципе, с одного раза достаточно четкая, аккуратная линия. Думаю, моей маме понравится. Единственный минус – кисточку некуда класть. То есть ее нужно будет постоянно вытирать и убирать в набор ко всем кисточкам. Да она еще и стойкая. Очень трудно вытирается, но это хорошо. Так, теперь давайте вот эту большую посылочку откроем. Как я поняла, здесь не один товар, здесь несколько товаров. Да, здесь не один товар, здесь три товара. Так, давайте начнем с ручек. В одном наборе 5 ручек. Единственное, я не помню, какого цвета. По-моему, если я не ошибаюсь, они синие. Синие чернила у них. Какие они мимимишные, мягенькие. Так, давайте проверим. Да, синие чернила. Пишет очень хорошо и стержень тоненький. Это большой плюс. Ручки классные. Это то, что мне нужно. Мне очень понравились эти бубончики. Я в том году покупала себе подобную ручку, но вот этот вот бубончик был на самом колпачке. Когда колпачок снимаешь, то есть ручка простая получается. А здесь колпачок снимаешь, а ручка сама прикольная. Классные ручки. Не забудьте, ссылочки на все эти товары будут в описании под этим видео. Кстати, хочу сказать, что вот этот набор стоит 150 рублей. Здесь 5 ручек. А в том году я покупала одну ручку такого плана за 80 рублей. На мой взгляд, это очень дешево. Так, давайте переходим к следующему. Откроем вот это вот. Такой интересный тюбик. Открываем. И здесь набор кисточек. В набор входит 11 кисточек. И вот это вот я не знаю, что это. А, 12 кисточек. Вообще прикольный такой наборчик. Я в восторге от него. Очень прикольный набор. Сразу все кисточки разных размеров. И главное, очень удобно их хранить в таком красивом тюбике. С помощью такого тюбика они точно нигде не растеряются. Кисточки, кстати, очень мягкие. Такие наборы есть на сайте в разных цветах. Но я любительница розового, поэтому заказала розовый. Еще в этом пакетике был вот такой вот автоматический ластик. Давай его тоже откроем и проверим. В набор входит 10 запасных ластиков и один ластик уже вставлен. То есть всего 11 ластиков. Вот такой вот интересный ластик. Чтобы поменять сам ластик, нажимаем на кнопку. Достаем и меняем ластик, когда он у вас уже использовался. И обратно засовываем. В принципе, неплохо стирает, хорошо, очень даже хорошо, мне понравился ластик. Открываем следующий пакет. Следующее, что хочу показать, это вот такую вот ручку. Она, по-моему, черная.
Вот такой вот миленький котенок. Очень тонкий стержень, уже сразу видно. Давайте проверим, как она пишет. Пишет очень даже тоненько, мне нравится. Ручку тоже в сторонку убираем. Кстати, у меня еще, по-моему, с того учебного года осталась где-то черная ручка, но я не помню. Скоро буду снимать видео, в котором буду разбирать канцелярию с того учебного года, что у меня осталось, а что нужно покупать. И еще вот такой вот большой пакетик. И здесь, на мой взгляд, самое интересное. Добралась. Это вот такое вот зеркало. Открываем коробочку. Инструкция, тряпочка, провод, здесь ничего нет. Так, его, по-моему, включать надо, или заряжать, или включать, я еще сама не знаю. Да, я, конечно, разберусь здесь. Попробуем через компьютер. Скорее всего, его нужно будет зарядить, скорее всего. Нет, горит. Так, смотрите, здесь есть несколько режимов, как я поняла. Подсвечивается полностью все зеркало белым. И вот так вот синеньким. Но это, наверное, когда он заряжается, подсвечивается синеньким. Да. А вот это вот зеркальце как-то цепляется. О, оно на магнитике. По всему? Да, по всему зеркалу можно крутить вот это маленькое зеркальце. Вот это вот маленькое зеркальце увеличивающее. Ну, его, конечно же, можно просто вот так снять. Такое кайфовое зеркало вообще. Я вообще тащусь. Еще такое зеркало есть в трех цветах. Розовый, красный и вот такой вот голубой. Ну, больше такой бирюзовый. Сейчас покажу, как оно сзади выглядит. В общем, вот такое вот стильненькое зеркальце мне пришло. Я очень довольна. Супер, просто супер. Тряпочка для того, чтобы ухаживать за зеркалом. Вот такие вот мне классные вещи пришли. Мне очень все понравилось. Для тех, кого заинтересовало что-то с этого сайта, вы можете перейти по ссылочке в описании и получить 10% скидки. На этом мое видео подходит к концу. Всем большое спасибо. Всем пока-пока.